Сегодняшняя погода – не повод пропускать тренировку. Вот Михаил вместе со своими товарищами-спортсменами уже разминается на стадионе. Потом они достают шесты. И начинается самое интересное – прыжки. Сначала невысокие, чтобы разогреться. Потом планка поднимается. И Михаил показывает класс. За плечами победа на играх БРИКС и новый личный рекорд. Прыжок шестом в высоту 5 метров 82 сантиметра. Но взять перерыв и насладиться лаврами пока не получается. На носу другие не менее важные соревнования. К ним тоже нужно усердно готовиться. Поймал себя на мысли, там минуты две, наверное, думал. Вот если сейчас я расслаблюсь, слабину дам, то, наверное, я этим наемся. А поэтому нужно еще быть голодным как минимум хотя бы до конца этого сезона, чтобы показать еще повышенный результат на чемпионате России, который будет в конце августа. График у атлета плотный. Тренировки 5 раз в неделю по 2,5 часа. А во время сборов Михаил приходит на стадион 2 раза в день. Его тренер Татьяна уверена, регулярная и упорная работа – это и есть путь чемпиона. Если ребенок настроен на результат и он хочет чего-то добиться, тренируется, не пропускает тренировки, следит за собой, тогда он обязательно станет чемпионом. Михаил был с самого начала настроен на результат. Он добивался этого, он был очень мотивирован, очень хотел этого, поэтому с ним никаких трудностей вообще не было. Сейчас у Михаила все мысли только о спорте и будущих победах. Такой настрой прививают всем воспитанникам областной школы высшего спортивного мастерства. Михаил – явный тому пример. Тренеры приглашают всех, кто тоже хочет достичь высоких результатов в спорте. Возможно, уже в ближайшем будущем у иркутян появится новый повод для гордости. Элина Собенникова, Артур Ощупкин. Новости сейчас.